Всем привет! С вами Апельсинчик ТВ. И сегодня я скажу победителя в нашей участии группы. Кто не участвовал, я не виновата. В конце марта я обещала сказать. Или не в конце, я забыла. Извиняюсь, что забыла сказать в конце марта победителя, но сегодня-то я уж точно не забыла и скажу. Я сегодня-то вспомнила, мне ударила память. Я наконец-то вспомнила. Сейчас я скажу победителя конкурса. Победитель Арина Бородина. Она чудесные рисунки выкладывала. Она даже написала: «Мои рисунки на телефоне». У нее такие классные пони, получается неплохо. Она даже эмоции рисовала: злость, беспокойство или грусть, раздражен, радость, удивление, возбуждение. И глаза там какие-то там. И учимся рисовать там написала. Она очень круто рисует. Так же, как и я. И еще один победитель конкурса — Дмитрий Павлюков. Он круто рисует, это классно, даже очень мило. Я даже вон вижу, как он рисует. Очень красиво. И победитель конкурса — Анастасия Дуничева. У нее такие классные зверьки, всякая девочка получается. Вот у нее такие звери там получаются. Ссылка на группу в описании, если хотите тоже участвовать и попасть в... как ее там? Не знаю, как сказать. Но я вот смотрю на группе, в группе там некоторые присылали вообще... А может быть, и не присылали. И победитель конкурса — Мария Ивелева. Она рисовала какого-то там манекена без глаз. Одно тело видно. Одно тело реально видно. Реально одно тело. Ссылка на группу в описании. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами была Апельсинчик ТВ. Мое реальное имя не скажу. Хотя можно бы и сказать. Меня зовут Екатерина. Ну что в этом такого? Все уже знают мой ВК. А может быть, и не знают. А какое вам дело? В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! С вами была Екатерина. До свидания! Ha ha ha.